Всем привет! Мы продолжаем читать, да, Моня? Мы продолжаем читать, он трется, не дает мне нормально сесть, успокоиться и читать. Так, у нас сегодня дневник, 4-я серия. Я, пожалуйста, прошу всех не связывать это с политикой. Это история, это не политика, не надо мне ничего опять писать. У меня просто... Я перестану читать, правда, почему вы так делаете? Вы специально или я не знаю. Пожалуйста, никакой политики у меня на канале. У меня канал о искусстве, о истории и о выживании на нашей войне. Так, начинаем. 24 января 1942 года. Вот уже как 3 месяца мы под фашистами. О, как над нами издеваются. Не дают ничего. Хлеба нет. Народ голодает, голод, холод, морозы доходят до 40 градусов. Я уже несколько раз ходила на село что-нибудь менять. Как только тяжело, нельзя описать на бумаге. Голод, издеваются как только хотят. Боже, что же это будет такое? Поумираем, как мухи. Ходил уже Вася, принес. Но сколько можно принести на себе? На неделю и все, опять идти. Говорят, фронт недалеко. Красные гонят немцев. Хотя бы уже пришли красные. Да, Моня, я читаю. При них хотя бы хлеб. А при этих нет ничего. Скучно. Ничего не мило. Кончаю, не могу писать. Продолжение следует.